В Астане за два дня около 200 несовершеннолетних привлечены к ответственности за различные правонарушения. В столице проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Безнадзорник». Полицейские патрулируют железнодорожные пути, где выявляют бесцельно находящихся детей. Отмечается, что особенно в период каникул некоторые школьники любят бродяжничать на вокзале. Кроме этого, под надзор полицейских попадают и те, кто переходит железную дорогу в неустановленных местах. Следует сказать, что в последнее время участились несчастные случаи на объектах транспорта. В прошлом году у нас было 3 факта зарегистрированы на ЖД-объектах. В целях разъяснения о последствиях нахождения на путях мы проводим круглые столы, лекции, где мы разъясняем.